Привет! Многие снижающие вес очень обеспокоены дряблостью кожи и ее обвисанием после сброшенного веса. Особенно если вес снижается большой и особенно если это происходит после 50 лет. Сегодня поговорим именно на эту очень актуальную тему. Кожа имеет свойство растягиваться и стягиваться, и она будет подстраиваться под ваши любые изменения форм тела. Конечно, в молодом возрасте все гораздо проще. Кожа более эластичная, она содержит много коллагена и эластина, и поэтому она быстрее подтягивается в более молодом возрасте. А что же делать тем, кому уже за 40? Ну, во-первых, худеть медленно. Это обязательное условие. При быстрой потере веса даже у молодых людей может быть обвисание кожи. Второе условие – худеть на сбалансированном рационе, богатом белком. Тогда вы защитите свои мышцы от разрушения во время похудения. Еще очень рекомендую кушать субпродукты, потому что именно в них находится очень много структурного белка, коллагена и эластина, который очень нужен для нашей кожи. Движение. В идеале это грамотно подобранная тренировка под вас. Крепкие мышцы также подтянут кожу. Внешний уход. Различные антицеллюлитные массажи, обертывание, вакуумный массаж. Все это будет стимулировать приток крови кожи и поможет ей сохранять эластичность и подтягиваться. К сожалению, образовавшиеся растяжки уже невозможно убрать. Это только пластическая или лазерная коррекция. Также, если снижение веса будет более 40 кг, то все-таки есть большой риск провисания кожи. Но опять же, в наше время, когда пластическая хирургия может сделать абсолютно все, и в принципе уже за доступную цену, этого все же бояться не стоит. Бояться обвисания кожи и при этом носить на себе 50 кг лишнего веса, тем самым подвергать опасности свое здоровье, не лучший вариант. Снижайте вес медленно, здоровым путем. И остальные вопросы решайте по мере их поступления. Я знаю очень много случаев моих подопечных, которые снизили вес на 30 и на 40 кг. И далеко не в юном возрасте. И тем не менее, ничего не обвисло. Более того, они выглядят просто шикарно сейчас и прекрасно себя чувствуют. И если вам нужна грамотная помощь в снижении веса, напишите мне в WhatsApp по номеру, указанному в описании под этим видео, и я подберу для вас подходящую и комфортную программу снижения веса. Ну, у меня на сегодня все. Всех обнимаю. Пока-пока.